Породит поздний по кличке Соломон. Соломончик, сын нашего Нептуна и красавица Шаганэ. Малыш красного окраса, зубрявый, красивенный, без белых отметин, веселый, здоровый, в поисках своей семьи. На момент переезда малыш будет полностью привит, чипирован, иметь документы клуба, татушечку в паху. Вот такое вот невероятное счастье. Хочет быть вашим любимцем. Стоимость той пуделя в питомнике Костропула 150 тысяч рублей. Вот такое вот нереальное, красивенное создание. Соломончик красного окраса, той пудель, кудряшкин, красивенный малыш, свободен для резервирования. Щенка уже можно зарезервировать, и он будет расти для вас. Документы, тату, чип. Вакцинация, все по графику, как положено. Вот такой веселый малыш. Наблюдайте за жизнью нашего питомника практически каждый день на наших видео. Веселый малышонок. Красный той пудель по кличке Мишлен. Мишлен насыщенного окраса. Вот такой вот лохматик, свободен для резервирования. На момент переезда малыш будет полностью привит, чипирован, иметь документы клуба. Сын нашего той пуделя, рост 25 сантиметров, Нептунчика с весом 2 килограмма 100 граммов. И мамочка с весом почти 4 килограмма и ростом 28 сантиметров. Крепкая мамулька у нас на пределе с миниатюрой. Мамочка Шаганэ. Вот такой вот чудесный малыш, свободен. По-моему, он тоже такой будет, как мамочка. Ну, пока еще непонятно в этом возрасте. Стоимость малыша 150 тысяч рублей. По всем вопросам обращайтесь по телефону под видео. Красный той пудель Мишлен. Крутяшка, крутяшка, куда ты? Вот такой красивенный красный той пудель по кличке Мишлен. Насыщенный окрас, кудрявый, здоровый. На момент переезда будет полностью привит, чипирован, иметь документы клуба, татушечку в паху, пройденные карантинчики. Стоимость Мишлена 150 тысяч рублей. Вот такое вот красное чудо от двух красных родителей. По всем вопросам по телефону под видео. Вот такой Мишлен, красавец, той пудель, красного окраса, открыт для резервирования. Стоимость мальчика 150 тысяч рублей. Вот такой вот чудесный красотун.